Дмитрий Качанов, третья попытка, момент истины. Он вообще пока на третьем месте всем проигрывает. И вот третья попытка, 5.65, и на сантиметр меньше своего личного рекорда. Прекрасный прыжок. Все-таки отодвигает он сейчас Мишу Шмыкова на вторую позицию. Становится лидером с результатом 5.65. И следующим уже выйдет на старт Тимур Мургунов на следующем рубеже 5.70. Он пока проигрывает, он пока третий. Ну что, барьерчики расставлены, а стало быть, время финала на 400 метров с барьерами. Да, да, ну вот попытка, да, еще в прыжке шестом. Давайте посмотрим вот эту попытку Димы Качанова. Такая хорошая была. Ну вот прям почти, но она упала. Да. Все-таки как обидно. Не согласилась. Да, парочка. Мог быть личный рекорд, но ничего. Подразнила. Да, есть еще третья попытка. Дай бог, может быть, получится. Должно получиться. Должно. Попытка прям великолепная. Очень была. Хорошо. Нет, он фактически вот уже взял, да. Вот сейчас можем посмотреть. Но вот чуть-чуть там вот немножечко не смог уйти от планки. Это тоже вот ведь мы знаем, да, вот такие были шестовики, как Тим Лобингер, который умудрялся даже в какой-то вообще невозможно.